В Улан-Удэ завершился 13-й турнир по боксу памяти летчика-испытателя Тайгиба Омаровича Толбоева. Межрегиональные соревнования вот уже несколько лет собирают профессиональных спортсменов и любителей этого вида олимпийских единоборств. Свою историю он берет с момента, когда Тайгибу Омаровичу присвоили звание Героя России в 2007 году. И вот с того времени уже 13 турнир проводится у нас здесь. Чем он интересен? Тем, что у нас здесь боксируют и юноши, и юниоры, и взрослые. И нам интересно, конечно, сколько боксеров с юношей остается, юниоров, юниоры, да взрослые, потому что все-таки это разный бокс. Для многих боксеров этот турнир является шансом обратить на себя внимание. Ведь за каждым спортсменом наблюдают профессиональные тренеры. Лучшим дается возможность представлять республику уже на всероссийских первенствах. Мы просматриваем ближайший резерв тех ребят, которые завтра будут представлять уже мужскую сборную, будут представлять нашу республику. Уровень наших ребят достаточно хорош, поэтому тренерский состав выполняет свою работу хорошо. Примечательно то, что на этом турнире спортсмены могут побороться с представителями из других стран. Уже по доброй традиции к нам приезжают соседи из Монголии. Как отмечают бурятские тренеры, они уже не в первый раз выставляют сильный состав. Максимальный накал, особенно тогда, когда остается пару секунд до конца. И в итоге победу одерживает представитель нашей республики. Бой был хороший. Папаня тоже был хороший. Республика победила. Мне было давно, довольно так-то трудно, потому что он тоже не новичок. Он тоже тренируется. Мастер спорта Монголии. И в этом бою выиграл я. Для сборной Бурятии этот турнир вышел удачным. Суммарно наши боксеры завоевали 19 золотых, 14 серебряных и 19 бронзовых медалей. Всего же на ринг по подсчетам организаторов вышло 94 спортсмена. Базар Юшеев, Анастасия Пронькинова, Бато Гармын. Новости дня.